Всем привет от папы Патрисии. И сейчас я иду за Патрисией в школу. Сегодня у нас пятница, короткий день. Сейчас я покажу вам, как оно все происходит, как я ее забираю, что она делает. Это обычный влог, так что я думаю, что вам будет очень интересно. Через пару минут увидимся. Вот мы подъехали к школе. Припарковаться негде, потому что все родители приехали за своими детьми. Школу откроют без 15. У нас еще осталось 3-4 минуты, и нам откроют школу. Мы сможем забрать наших детей, нашу Патрисию. Вы увидите и Соню. Надо найти с первого места припарковаться. Вот за этим забором наша школа. Ждем нашу Патрисию. Где же наша Патрисия? Все дети идут домой, а наша Патрисия непонятно где. Они, наверное, с Соней где-то там гуляют. Тут две красавицы. Вон одна рыжая, другая блондинка. Иди. Всем привет! На канале у Патрисии! А где Патрисия? Привет, Патрисия, как дела? Я получила медаль. Ух ты! Она хорошо взяла. Что еще получила? Это от кого? От Ориэн. Она учительница? Она очень хорошо себя ведет. Я получила. Я закончила. Все листочки свои к почтению? Да, сегодня я получила 11 листочек. Вау, вот это молодец. Вот это у тебя медаль большая. Хорошая. Как ваши дела? Хорошо. Нормально? Что нового было в школе? Сегодня у нас на следующей неделе будет контрольная работа по Танах. По Библии. А у тебя? Почему? А... Ничего, я не знаю. У тебя сегодня тоже была контрольная. Как ты ее написала? Так, у меня только все нормально, только две буквы. Только две буквы было не так. А у меня была контрольная работа по ивриту, и я получала 85. Вот это да, ничего себе. Ну никто не получил там 100, только 85. Как сегодня в школе было у вас? Весело? Супер! Тебе тоже супер? Как я люблю пятницу, короткий день сегодня и сразу домой. Сегодня не было. Не было Софии, почему? Непонятно. Она, конечно, болеет. Смотрите, у Патрисии кровь. А ну-ка покажи, Патрисия, ты что, вампир маленький? Беззубый вампир? Она меня скушает. Снимите с меня медаль, чтобы было лучше. Я а вот Лия. Лия! Вот наша соседка Лия. Лия, привет! Как дела? А ты что, без мамы? Что, ты ждешь маму? А у меня сегодня тоже. У меня еще никогда, конечно, не было с телефоном, но у меня батарейка поломалась. Но сегодня мне ее починят. Мне мама починила. Ну что, пойдемте, берите свои вещи, пойдем. Видишь, Беатрис сегодня за тобой не приехала, потому что она заснула. Да, она спать хотела. Сейчас вот у нас солнышко, солнце на улице, тепло, как всегда. Как всегда у нас в Израиле. Девочки идут домой. Жарко как. Патрисия, пойдем. Я, конечно,
конечно, очень обидно. Так что, у вас начинаются выходные? Да. А как выходные? Поздно. Как выходные? Один день или сколько? Выходные сегодня полдня пятницы, и завтра суббота выходная. А в воскресенье снова в школу. Разве в школе не интересно потрясать? Интересно. Ну а так, что ты говоришь, Соня, что не любишь? А мне интересно. Тебе скучно на иврите? Как на математике тебе весело? На иврите.